Всем привет! Создатели бытовой техники отмечают, что каждый третий покупатель в первую очередь примеряет тот или иной прибор к интерьеру. Стоя у витрины кондиционеров, увлажнителей, они обсуждают, как изменится облик квартиры или дома после установки прибора. Пример гармоничного соответствия современному интерьеру – новый продукт, созданный в компании Balu – электрический конвектор серии Plaza XT. Именно с этим обогревательным прибором мы предлагаем вам встретить осенние и зимние холода, которые покажутся вам самым теплым и комфортным периодом. Мой коллега из департамента технического контроля Balu отметил, перед вами стильный, эффектный прибор, доведенный до технического совершенства. Он не только согреет в холодную погоду, но и принесет эстетическое удовольствие. Пока я представлял разработку компании Balu, вы уже сумели рассмотреть этот продукт. Первое, что привлекает внимание, это изысканный дизайн конвектора. Лицевая панель выполнена из ударопрочной стеклокерамики глубокого черного цвета. Инженеры использовали противоударное покрытие для лицевой панели Shock Resistance. Это позволит защитить вас в случае повреждения поверхности конвектора. А сейчас предлагаю испытать обогреватель в действии. Прибор уже включен в розетку и готов к работе. Все привыкли нажимать на кнопку «Пуск» и ждать, когда прибор начнет обогревать. Кто терпеливо, а кто волнительно. Поэтому возникает резонный вопрос. Через какое время конвектор Balu наполнит комнату теплом? Давайте проверим. Конвектором можно управлять при помощи интеллектуальной электронной панели, либо дистанционно. Панель управления позволяет выставлять необходимую температуру, мощность, индивидуальный режим обогрева. Я буду настраивать работу обогревателя Balu при помощи пульта. Установлю температуру 23 градуса, наиболее мягкую и комфортную. Кстати, у меня есть возможность выбрать полную или половинную мощность. Если установлю половинку, то сэкономлю электроэнергию. Конвектор начал обогревать помещение. Инженеры Balu уверяют, что через 75 секунд конвектор выйдет на заданную вами температуру. А вот за счет чего? В Plaza XT установлен низкотемпературный монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G-Force с особой обработкой поверхности. В процессе нагрева воздуха конвектор не поглощает кислород, минимизируя негативное воздействие на микроклимат в помещении. Экология вашего дома не пострадает. Высокоточный электронный термостат, установленный в Balu Plaza, а именно в ножке конвектора, отвечает за постоянный контроль температуры окружающего воздуха с точностью до 0,1 градуса. После выбора необходимой температуры конвектор будет поддерживать ее на протяжении всего цикла работы. Еще одна особенность Balu, заслуживающая внимания, это монолитная конструкция жалюзи, созданная из цельного сплава алюминия. Именно эта решетка позволяет равномерно распределять тепло в помещении по всей площади. А теперь вопрос. Где и как Balu рекомендует установить Plaza XT? У вас два варианта. Стационарно установить на стене. Для этого выберите свободное место в комнате, которое соответствует размеру конвектора. Для монтажа Balu мы предусмотрели кронштейны из оцинкованной стали, которые помогут быстрому крепежу без особого труда. В случае, если вам необходим мобильный источник тепла, который вы будете перемещать из комнаты в комнату, из квартиры на дачу, то вам достаточно установить элегантные ножки усиленной конструкции с роликами. И кронштейны, и ножки входят в комплект. Если вы решите оставить один из конвекторов на даче, вам важно знать о продуманной функции антизамерзания. В ваше отсутствие конвектор не позволит помещению замерзнуть и будет поддерживать температуру воздуха на уровне плюс 5 градусов. При этом потребление электроэнергии минимальное, и вам понадобится меньше времени, чтобы нагреть помещение до комфортной отметки, к примеру, 23 градуса. А это действительно важно, когда с вами дети. Кстати, уважаемые родители, чтобы вы не переживали, что любопытные дети захотят понажимать на новые кнопки и испытать конвектор, специалисты Balu установили возможность блокировки кнопок панели управления. Функция «Родительский контроль» именно для вас. О правильном выборе мощности конвектора вы всегда можете узнать на нашем сайте www.balu.ru. Используйте конвектор Balu Plaza XT. Устанавливайте в той комнате, где вам необходимо тепло. Прибор прост в обслуживании, работает эффективно и выглядит действительно эффектно. До скорых встреч с Balu. Мы видим полезное в простых вещах.